За что они нас ненавидят? Что мы им сделали? Я самый сильный! Таблетки лютишек!
умеет любить? Со святой водой! Владик, пожалуйста, делайте полигон! Тебя вообще ничему в жизни не учат! Я в порядке. Это точно сработает! Ха, и ты думаешь, что меня это убьет? Это осиновая бита! Ай, больно! А по поэте писать, если будет уважительная причина? Это еще какая? Капрал, капрал! Теперь я полковник. Когда я был капралом, я был моложе, ниже и злее. Эва, ты меня ненавидишь? Ой, завод хули! Нет, это уже совсем беспредел! Нет, ну что, кровь, иначе я умру. О, нет, ты ранен! Попробуй, малыш. Нет, такого я не готова. Никто не готов. Юля, почему ты с этими вампирами? Выбери на чьей-то стороне. Я не могу. Мика мой брат, но и вы стали моей семьей. Юй, ты прав. За это время ты стал мне как брат. Двумя мечами в доме убивать вампиров. Держи. Эй, вот ключ от подвала. Ты так вроде что-то искал. Что-то я велить плохо стала. Юй, это твой плащ? Нет, ну вообще уже нечестно! Держи меч! Не думаю, что это поможет! Но почему именно ты постоянно меня бьешь? Может, это потому, что ты мне нравишься? Правда? Нет, это потому, что ты убил мою сестру! Нет, ну ты тоже убьешь. Нет, не душите.